С нами Лия, телеканал Баку ТВ. Здравствуйте, Мария Владимировна. Ната Османлы, Баку ТВ.ру. У нас два вопроса. Первый вопрос по трехстороннему заявлению, точнее, о вольном его прочтении армянской стороной. В последнее время официальный Ереван на разных уровнях заявляет о своем нежелании предоставить Азербайджану беспрепятственное сообщение между западными районами нашей страны и Нахчеваном. О погранслужбе ФСБ России контроль над этим маршрутом. Хотелось бы услышать ваш комментарий и небольшой вопрос в вопросе. В последнее время на западных площадках премьер-министр Армении Пашинян презентует свой проект «Перекресток мира» в качестве альтернативы вышеуказанному маршруту и получает достаточно обширную поддержку. Вот хотелось бы узнать, как вы считаете, почему внерегиональных партнеров Еревана так беспокоит открытие того маршрута, который указан в трехстороннем заявлении в девятом его пункте? Мы знаем, что власти Армении говорили о готовности к открытию региональных коммуникаций на основе принципа суверенитета и юрисдикции в рамках равенства и взаимности. Азербайджан, собственно говоря, не отказывался от подобного подхода. Данная тематика ранее в деталях обговаривалась в формате трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. К сожалению, сейчас эта работа застопорилась ввиду позиции армянских коллег. Теперь относительно пункта в заявлении, который касается контроля со стороны пограничной службы ФСБ за мигрантским маршрутом. Это логично и в плане оптимальной организации движения, и с экономической точки зрения. Российские пограничники и так расположены на юге Синьской области, они защищают границу между Арменией и Ираном. По перекрестку мира не считаем, что это альтернатива мигрентскому или иному маршруту. Скорее, это более широкий взгляд на будущее региональных и субрегиональных коммуникаций. На полях 22-й сессии Российско-Армянской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству состоялась она 15 декабря 2023 года в Ереване. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Аверчук выразил поддержку проекту и отметил российский вклад в его реализацию. Что касается внерегиональных игроков, то их нежелание способствовать разблокированию коммуникации на Южном Кавказе объясняется исключительно соображениями политической конъюнктуры. Они не заинтересованы в повышении взаимосвязанности Армении и Азербайджана друг с другом, с соседями. Они стремятся растащить регион на куски, себя там презентовать, свои интересы, точно не думая об интересах других. Ну и таким образом усугубить противоречия между странами. И спасибо, второй вопрос.